Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки, ниндзя, легенды. Ну что же, у нас закончился турнир. Сегодня понедельник, забираем свои награды. Лига мастеров, 3 звезды. Так, что у нас тут? Сюрикены, кожеголовый, 50 дынка, золотые осколки и, конечно же, платиновые. Так, и здесь забираем награду. Ну что, ребята, 3 минуты назад у нас произошел откат. Как говорится, флаг нам в руки. Попробуем. Попробуем. Ну, ты понял, что мы попробуем. Получится или нет, неизвестно. Это тайна, покрытая мраком. Но мы ее сейчас будем потихонечку раскрывать. Получится у нас или нет. Давай с массовой атаки начнем. Тюнь-тюнь-тюнь-тюнь. Готовы. Пацаны легли спать сразу же. Моментально. Так, и мы двигаемся. Как я уже и говорил во всех предыдущих бусах, ребята, нам нужно, чтобы у нас не было повторок. Надо очень сильно постараться, чтобы это получилось. Но я думаю, что за... Блин, да что ж такое-то? Где 11, 12? Эй! Вот. 11, 12. Так, уровень у врагов 20, 21. То есть приемлемый. По идее, на третьем поединке у нас должен открыться четвертый персонаж. Если все пойдет так, как я планирую. Так. Хорош. Давай смотреть. Так, было трое, должно быть четверо. Да, друзья мои, все. Сегодня комиссию прошел. Все отлично, все хорошо, все прекрасно. Немножко подустал, конечно, но ничего страшного. Так, ну... Давай. Мне нужно получить, ребята, 12. Есть. Да, 4 бойца у нас доступно. Это круто. Так, погоди. Раз, два, три, четыре. Поехали. У нас 56 уровень на наших бойцах. У них 24. То есть... Сам понимаешь, да? Ты все это прекрасно видишь. Можно было бы, конечно, и криком завалить их. Ну да ничего страшного. И так тоже годится. Так, ну что, продвигаемся дальше. Смотри, мы с тобой... А, даже на 52-ю ступень перелетели. Я думал сотку не брать, а мы даже сверх сотки взяли. Смотри, нам сразу дают 12-14. На пятом поединке, если все будет идти как надо, у нас открывается пятый персонаж. Да. Так, кто-то у нас... Эй, там Шитик. Так, минус. Давай-ка Шитика уничтожим с тобой. Готов. Хлоп. Так, Пит тоже спать упал. И Крис Брэдфорд тоже вместе со всеми рухнул. Такс, погнали. И мы уже с тобой в лиге элита. Две звезды. Так, подожди, у нас было 12-14, нам нужно получать... Слушай, нам нужно получить 13-15, по идее. Но вот тут я как-то немножечко почему-то, ребят, сомневаюсь. 12-14 даю... О! 13-15, слушай, идем, идем, пока все стабильно. И это мне нравится. Так, главное, чтобы не свалиться, не упасть, не рухнуть где-нибудь, не подкачать. Давай начнем с сюрикенов. Почти всех, ребят, разобрали. Но там Крис Брэдфорд немножко повыпендривался. Но это ничего страшного. Так, смотрим. Элита уже 3 звезды. Ровно 100 ступенек, ребят, мы пролетели. Так, ну по идее 13-15 мы должны получить. Есть. 13-16. Я не хочу сглазить, ребята. Я не хочу, чтобы у нас все рухнуло медным тазом. Давай скрестим пальчики, чтобы у нас действительно каждый поединок... как бы тебе это объяснить? Выпадало по... по одному, как это назвать-то, даже не знаю. Чтобы каждый поединок вырастало количество кубков. Вот. Так будет, наверное, правильнее сказано. То есть было 13-16, по идее должны... Сейчас посмотрим, сколько мы ступенек пролетим.
Опять ровно... Нет, 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 ребят, здесь немножко сдулись. Лига самураев. 13-16. Мне бы, конечно, хотелось бы 14-17. Но вот, по-моему, ребята, мы вот 14-17 не получим. Потому что 90-я позиция. А, нет, смотри, смотри, что мы творим, ребята. Мы творим с вами чудеса просто-напросто на виражах. Нам выдали 14-17. Слушай. Блин, а вдруг получится сегодня? Ну, вдруг получится, ребят. Я, блин, лучше я промолчу. Лучше я буду молчать в тряпочку, потому что я могу, как всегда, блин, сглазить. Я могу сглазить, как бы говорится, у нас все идет ровно хорошо, а потом бац, и все пошло не так, как надо. Поэтому, ну нафиг, лучше промолчу. Да иди ты. Давай горелкой этой. Поджарим их до хрустящей корочки. Так, и продвигаемся дальше. Было 14-17. Так, посмотрим. Нет, 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 ребята, не получится. Тут максимум нам 14-17. Почему? Ну, объясню тебе элементарно, ребят. Мы не перепрыгнули с вами на следующий ранг. Если бы у нас получилось бы, мы бы с тобой, бы, возможно, бы здесь бы, ну, получили бы 14-18. А так как мы с тобой не перепрыгнули, ну, нам придется соглашаться, ребят. Ну, ладно, один раз это еще простительно. Не более трех раз, ребят, не более трех раз нам можно повториться. И если мы повторяемся больше трех раз, то все. Лиги мастеров нам не видать, как своих ушей. Так, ну что ж, давай масуху. Многие спрашивают, почему, Рэй, ты используешь, ну, одни и те же удары. Ребят, я использую массовые удары. Если у массовиков есть массовые, естественно, я их буду применять. Потому что так и быстрее разбираем, и быстрее продвигаемся. Вот что. А не потому, что я не хочу там какой-то определенный удар или скилл использовать. Нет. Так, две звездочки, 48-я позиция. Вот сейчас мы должны с тобой получить... А нам уже автоматически дают, ребят, 14-18. То есть, потому что мы перепрыгнули с тобой в ранг, взяли свыше 50-го, как говорится, значения. И, соответственно, нам на автомате дают повышенный ранг. Так, Пит, ну давай так, наверное, сделаем. Бросим флакон. Ага, бросим флакон. Теперь запах изо рта. Ну, Джастину здесь, конечно, ребята, было просто их добить, потому что он все-таки супер, ну, никак, не супер прокачанный, но для наших противников это было жестко. Опять же, ребят, 81-я позиция, блин, сейчас посмотрим. 15-19, по идее, нужно, но мы не взяли с тобой выше 50-й ступени. Твою налево, ну что это за пакость такая? Видишь, а по системе, если ты не перепрыгиваешь выше 50-й ступени, тебе не дают повышенный коэффициент. Блин, это будет второй фейл, ребят. Второй. Вот я вот на ваших глазах, ребят, сейчас вот пытаюсь ролить и... Нет, они, знаешь, они как колом стоят все на своем. Они могут тебе дать 14-17, но... 15-19 не хотят. Система просто не пропускает дальнейшего повышения. Такой вот у нее алгоритм стоит. Ну что, ребят, придется второй раз соглашаться. Блин, ну что такое-то? Ну почему так все время вот делается-то, а? Ладно, тут у нас два массовика есть прикольных. Это у нас мутагеноид и, соответственно, Леонардо видение. Леонардо бросает флягу на блокировку лечения. И... Так, он, надо же, вырубил. Надо майки уничтожать, по идее. Угу. Но, блин. Так, мутагеноид, давай. Нет, вначале этот сходит. Фу, какая провокация-то, ну что ты? Ну какая провокация, ну...
Ну, хорек-то несчастный. Надо было плечом хотя бы бомбануть, а мы взяли с тобой, применили рык. То есть провокацию. Да ладно, ну да и... Ну все, ребят. Нет, хотя должны, вот, 15-19 нам дают, но... Блин, что ж ты будешь делать? Ребят, уже 70-е уровни. Мы с тобой только сейчас зайдем... Ну что опять? Ну, это прогрузится, ребят. Вот один раз в игре вот такой вот происходит какой-то, не знаю, баланс, не баланс, я не знаю, с чем это связано, видишь, прогрузилось. Больше таких не будет зависаний. В общем, у нас уже 70-ники пошли, а мы с тобой еще до сих пор даже не в лиге Сёгунав, понимаешь? Нет. Мы только сейчас с тобой перейдем в лигу Сёгунав. Вот только сейчас. Я надеюсь, что мы перейдем. Да, перейдем. Так, 67-я позиция. 67-я, да. О, смотри, 15-12 дали. Хм. Но мы же не взяли с тобой 50-ю, как этот, ступень в ранге. А ведь 67-я была. Так, тут уже ломается у меня система, ребят, в голове. Я всегда думал, что на полтиннике меняется. Ну, на 67-м поменялось. Я даже не знаю, что сказать тебе по этому поводу. Просто не знаю. У меня нет слов, ребят. Игра живет своей жизнью. Но здесь, видишь, мы не перешли. И поэтому нам придется... Да, нам придется 15-20 брать. Потому что вряд ли нам тут дадут 16-21. Так, тихо. А нам 15-20-то вернут обратно? Есть. Я соглашаюсь, короче. Это, ребята, третий фейл. Но это третий фейл, ребят, не забывайте, что на лиге все-таки Сёгунав. На лиге Сёгунав ты в любом случае будешь, как бы это тебе объяснить, продвигаться замедленнее. Так, давай-ка я, наверное, Дони отсюда уберу, потому что хилов нам здесь не надо. И вот этого тоже. Он тоже хил. Так, Рафаэль и Майки остаются. Да. А ракетами хочешь в лоб? Так, а сейчас мы с тобой перейдем или нет? 67-я позиция, вряд ли. А, 15-я. 65. Блин. Мне кажется, чуть-чуть, друзья мои, не хватит. Вот совсем немножечко. Так, 15-20 пока нам дают. 15-20. Ну, наверное, 16-21 я здесь не выбью. Вот, 15-19 дают, а вот... Я бы очень сильно хотел бы получить, но, видишь... Игра считает, что... Нет, парень. Мы тебе не дадим повышенный коэффициент. А, было, ребят... Во, фух. Я уже думал, все, прозевакал. Но было. Было, есть и будет. Прекрасно. Так, это у нас лига Сёгунав. Две звезды, да? Там у нас осталось персонажи. Ну, наверное, на поединков 4. Но это максимально. Так, ну-ка смотрим. Так, смотрим. А, слушай, а по-моему у нас... Так, 16-21, давай. Так, ну если 1, 2, 3, 4, 5. Так, мы с тобой там попадаем где-то опять же на 60-й ранг. На 60-й ранг. Плюс еще один поединок. То есть нам нужно на 3 поединка сейчас, чтобы хватило персонажей. На 3. Если мы с тобой сейчас делаем все как надо, все четенько, как вот я планирую, то шанс есть. Ну-ка. Блин. Я думал, 65-я будет, 71-я позиция. Вот тут немножко уже, ребят, как-то... Тут мы с тобой не получаем 16-22. Нет, получаем. Получаем. Слушай. А ну-ка. Если мы сейчас с тобой попадаем на 30-й ранг,
ну, я думаю, где-то даже не 30-й будет, а 20-й, то у нас все получается. Тьфу-тьфу-тьфу. То у нас получится. Блин, ну я думаю, что вы скрестили пальчики, ребят. Только благодаря нашим совместным, как говорится, усилиям, как говорится, мысли материальные. Давай, 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 давай 30-ю, 30-ю, 28-я, вау. Так это же бинго, ребята. Так, подожди, 16, а, 16-22, а я 17-22 ищу, да? Я понял, я понял. Раз, два, три, четыре, пять. У нас остается еще Ваня и Маузеры. Ну, плюс-минус 5 пунктов мы проскочим, да? То есть нам сейчас нужно взять... Да мы возьмем, друзья. Мы с этого поединка должны, в принципе, взять все. Мы должны перейти сейчас в Лигу Мастеров. Как думаешь, перейдем? Я думаю, перейдем. 26 позиций переплюнуть мы, ну, мы просто обязаны. 28. Да! Да, друзья мои, получилось у нас все. Все у нас идеальненько получилось. Мы красавчики, мы победили. Мы с вами сделали еще раз тот самый наш действительно буст, который оправдывает себя под этим названием. Я бы даже сказал, это правдивый буст. Вот. Потому что с одной заходки в Лигу Мастеров, чтобы пробиться, ну, это дорогого стоит. Потому что не всегда, ребята, это получается, а у нас сегодня получилось. У нас это не вышло на прошлой неделе, но на этой неделе мы с тобой отличились. Поэтому мы красавчики, и вы красавчики, и я красавчик, и наши бойцы, которые сегодня дрались, тоже красавчики. Все великолепно. Фух, прямо ж так полегчало как-то на душе. Так, ну что, давай пройдем быстренько серию испытаний. Давай, наверное, возьмем вот здесь. Раз, два, три, четыре, пять. Так, ну, с этими-то мы, конечно же, разберемся. Так, Ванюша, да, здесь у нас. Ванюша нам не... Давай массовую сделаем. Бамс. Блин, а как так-то? Тунс. Да иди ты. Стреляет он там еще мне. Так, ну что, здесь крысиный король. Давай я возьму вот так провокацию. И Маузеров. Хорош. Так, минус крип. И крыс... Я хотел сказать, и крысиный король роняет крысиного короля. Но нет, не он. Не он уронил последнего бойца. Так, здесь мы с тобой прошли. Ну, а дальше все, ребят, по сценарию. Идем, так, у нас мута... О, сейчас у нас Донни, Донни, дорогой ты мой Донателло. Наконец-то. Все, друзья мои. Наш Донателло получил 100-й ранг. Ну что, теперь... теперь прокачиваем в 100-ку Леонардо Видения, наверное, да, я думаю. Так, пока не хватает. А, у нас же с тобой... Да-да-да-да-да-да-да. Нам надо... Я вспомнил. Так, ну что же, если пока у Леонардо не получается, ему нужно прокачивать, ребята, уровень. Давай тогда докачаем... Ну, не докачаем, а начнем прокачивать мутагеноида, может быть. Блин, даже здесь не хватает. Да вы серьезно, что ли? Ну ладно, хорошо, жуки. Я сделаю тогда вот так вот. Прям тютелька в тютельку хватило ему. И поиск. Так, подожди, это Рафаэль Видение. А где Леонардо? Вот он. Так, здесь не хватает 10 ножей для пиццы. Так, один есть, второй нашли. Два ножа для пиццы есть, нужно еще 8.
Так, это третий. Вот он, четвертый нож. Пятый. Шестой. Так, седьмой и последний. Восьмой. Так, восемь ножей для пиццы мы нашли. Блин, почему? Почему я все время восемь? Надо 10, оказывается. Так, получается, еще нужен один, да? Ну. Ну ты серьезно? Он мне дает комикс, чувак, называется. Последняя попытка, ребят. Есть. Так, ну нам еще нужно будет потом 14 кружек все-таки получить. Но это уже, наверное, ребят, в следующей серии. Сегодня-то мы, ну, никак не успеем. Магазины закрыты. Это, что у нас тут? О, Армагеддон. Да, Армагончик, ребята, будет разыгрываться. Так что не упустите возможность набрать на него осколки. Ну, да, друзья мои, вот, в принципе, все, что мы сегодня могли сделать. Все, что могли сделать, мы с тобой сделали. Все получили. И пора тогда закругляться, друзья мои. Всем удачи и до новых скорых видосиков.